Зима постепенно сдает свои позиции. Последние несколько дней на территории нашего района отмечаются плюсовые температуры. В связи с потеплением славянские спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах района. Толщина льда, покрывающего реки и озера, составляет от 25 до 30 сантиметров, но он рыхлый и пористый. По словам начальника аварийно-спасательного отряда Славянского района, ходить по такому льду все равно, что ходить по воде. Лед уже не держит веса человека. Несмотря на то, что по показателям порядка где-то для того, чтобы безопасно ходить по льду, достаточно 10 сантиметров. Но на сегодняшний день лед уже не выдерживает нагрузку для человека. В случае, если человек провалился под лед, ему нужно спокойно постараться проплыть в сторону берега. Если же вы в состоянии оказать эту помощь самостоятельно, то ни в коем случае не выдвигаться на лед, а при помощи веревки бросить конец пострадавшему и попытаться его при помощи этой веревки вытянуть на лед. Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду или сами попали в трудную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в единую диспетчерскую службу. Телефон службы 051. Звонок со стационарного телефона 426 52.